Добрый вечер, уважаемые телезрители. Я Алисия Алекс и Татьяна Сарычева. Добрый вечер, друзья. Рады приветствовать вас на нашей программе «Какие люди в Голливуде». Напоминаю, что эта программа специально для того, чтобы приблизить вас и всех нас к миру русскоязычного искусства, культуры. Я не буду говорить науки и техники, потому что у нас в гостях в основном люди творческих профессий, которые либо по воле судьбы работают, живут здесь и творят, либо согласно гастрольному расписанию прибывают сюда, на нашу голливудщину, и занимаются, что ни на есть, глубоко идущими творческими планами. Ну и сегодня у нас в гостях, нет-нет, не заезжие звезды, сегодня у нас в гостях, что ни на есть, наши доморощенные, популярные у нас в Голливуде, и многих вы знаете. Татьяна, представь, пожалуйста, наших гостей. У нас в гостях Олег Свит и Владимир Карий. Приветствуйте, друзья, поприветствуем. Здравствуйте, ребята. Добрый вечер. Добрый вечер, девочки. Добрый вечер. Хотим с первых же минут поздравить вас с 8 марта, пожелать вам счастья, здоровья, спасибо большое, всех творческих спасибо, успехов. Спасибо, Танюша. Спасибо, ребята, это спасибо. Очень приятно. По традиции 8 марта начинает праздноваться 8 марта и заканчивается где-то к первомайским праздникам. Спасибо большое. Мы украсим нашу студию. Сегодня будет больше цветов, не только белый, синий, красный и черный, но будем разноцветными, будем в весне. С весной вас тоже. Спасибо большое. Спасибо огромное за возможность быть у вас на передаче и обратиться ко всем зрителям, и также поздравить всех женщин от всего сердца, пожелать большой любви, успеха и быть такими красивыми и вдохновляющими, как это всегда было во все времена. С праздником вас, дорогие! Ой, женщины сейчас просто мед. Я знаю, что большинство русскоязычного комьюнити знают вас, знают ваши имена, знакомы с вашим творчеством. Но давайте в любом случае каждый из вас немножечко представится, но не с момента родился, крестился, женился, а с того момента, как вы влились в творческую профессию. Давайте начнем с Олега. Каким образом муза спустилась к тебе, Олег? Ну, на сцене я с самого раннего детства, скажем, с 7 лет, пел в хорах и участвовал в детских музыкальных мероприятиях. Играю я в оркестре с 14 лет и на Украине, и в России, а теперь уже здесь, в разных жанрах и коллективах, как с русскими, так и с местными американскими музыкантами. Это, как я сказал, разные стили и направления. А последняя работа, которая завершена к моей радости, и альбом выйдет в апреле месяце под названием «Капли заката». Это совместная работа с Валерием Гаином, с которым мне посчастливилось встретиться в этой стране, человек необыкновенного таланта. Да, Валера Гаина, конечно, очень известный гитарист, мы хотим сказать, что... Я думаю, что, это... может быть, в одной из передач мы сможем пригласить его. Я надеюсь, и да, поговорить мы его подробнее здесь. Да, было бы замечательно. Что, привет от нас. Непременно, спасибо большое. Окей, Вова, а как к тебе снизошла муза? В каких годах, в каких веках? Мое творчество началось вообще с раннего детства. Меня родители ставили на табурет, придут гости. Я начинал копировать Хазанова, Райкина. Мне это нравилось, всем это нравилось, и я это чувствовал. И поэтому артистизм у меня идет с самых ранних пор. Петь я стал уже в 13 лет. Первая моя была, пригласили меня на свадьбу, и я выступил с песней, мне это так понравилось. И потом все пошло, гитара, музыка, машина времени и так далее. Все это закрутилось, закрутилось. И вот по сегодняшний день я пою. Я люблю петь, я люблю быть артистом. Это мое. И работал недавно я с Сережей Сарычевым. Это один из тех же великих музыкантов. Монстров. Валерий, да, монстров. Валерий Гаины, да. Артиста, и поэтому так получилось, что сейчас мы не с ним, но Сережке Сарычеву привет, естественно, хотим обязательно, передать. Обязательно передам. Вот. Были ли какие-нибудь моменты в творческом, так сказать, процессе совершенно непредсказуемые? Ну, например, приехали вы на концерт, Олег или Владимир, ударили по струнам и погас свет во всем квартале. Или, например, приехали на концерт,
а струны забыли дома. Вот есть ли у каждого из вас какая-нибудь такая история смешная, которую вы вспоминаете как нелепый случай, но которая, тем не менее, не заставила вас поменять планы и каким-то образом все-таки состоялось то, что должно было состояться? Недавно было. Мы с Олежкой выступали в одном из залов, и свет выключился. Пришлось под гитару громко петь в зал открытым голосом. Но люди восприняли, подпевали, было очень интересно. Такое акапелла и акустика. Да, неожиданно. Все молчали, было красиво. Красиво. Зажгли свечи. Олежек, побольше расскажите, пожалуйста, о своем вот альбоме, который будет выходить. Вот как пришла к вам муза, вот как вы вот начинаете вот все это сочинять, работать? Я знаю, что вы не один, но вот как вот у вас это получается, потому что ваш альбом выходит? Ну, как я уже упомянул, что это совместная работа, это продукт моего знакомства с Валерием Гаиным. Это, во-первых. Во-вторых, говоря о женщинах и о женском дне, цель всего альбома, это была основная, сказать всем женщинам огромное спасибо за любовь, за то стремление, которое пробуждает во всех мужчинах, вдохновляя артистов, да вообще всех, вообще все в этой жизни происходит только потому, что вы, женщины, существуете. Катализаторы всех процессов. До начала всему просто, и продолжение, и не знаю, насколько это конец. И даже окончание. Вот, и, пожалуйста, обращайте внимание на, следите за страницей на Facebook, будет информация по поводу концертов, будет презентация альбома в ближайшее будущее. И много отзывов женщины пишут со всего света, русскоговорящие, естественно, это альбом на русском языке, со словами благодарности, потому что хороших слов всегда не хватает. И цель моего альбома именно вот сказать все самое лучшее, что можно сказать женщинам, в частности и в общем. Здорово. Я думаю, что в конце программы у нас будет возможность послушать один из треков в исполнении Олега. И я хочу напомнить нашим телезрителям, что вы тоже можете принимать участие в нашей программе, присылая свои вопросы нашим гостям, как присутствующим, так и будущим гостям, на наш телефон 310-968-5990. Ну и следующий вопрос. Хватает ли у вас, ребята, пространства для реализации ваших творческих мотивов? Достаточно ли площадок, достаточно ли фестивалей, достаточно ли каких-то ивентов? Фестивалите? Да, да, фестивалим, ездим. Вот сейчас в мае собираемся покорить нью-йоркскую публику. Вау. Едем в Нью-Йорк, да вообще на East Coast. Интересная затея, и, в общем, все реализуемо, и так мы, наверное, и поступим с Олежкой. А что у нас в Голливуде? В Голливуде? Вы все-таки в Голливуде. Насколько я видела, в прошлые годы вы принимали участие в ежегодном русском фестивале. Совершенно верно. Было дело. Который проходит в Голливуде. Совершенно верно. Да, ну, раз было дело, надо немножечко, может быть, посмотреть видео, чтобы мы не исполняли акапелла. А сейчас Владимир Карий на сцене того самого русского фестиваля. Сейчас попросим дать видео в эфир и споем песню вместе про женщин. Я сам не знаю до сих пор, за что дано мне право слова. Но я живу теперь как вор, укравший счастье у другого. Она мне даже не жена, но перед нею я в ответе. Все потому, что мне она теперь дороже всех на свете. Эта женщина, которую люблю я очень, эта женщина, которая мне снится ночью,
Это женщина, которая глядит с тревогой и мольбой. Это женщина, которая подобна чуду. Это женщина, которую я помнить буду. Это женщина, которой никогда не стать моей судьбой. Дождь барабанит за стеклом, а мне в такую ночь не спится. Я был ничейным журавлем, а она в чужой руке синицей. Не сказала, но на судьбе моей она свой узелочек завязала. Это женщина, которую люблю я очень. Это женщина, которая мне снится ночью. Это женщина, которая глядит с тревогой и мольбой. Это женщина, которая подобна чуду. Это женщина, которую я помнить буду. Это женщина, которой никогда не стать моей судьбой. Ах, я не стал бы воровать, за что мне краденное счастье? Но как все это оправдать и умереть же в одночасье? Мне даже не жена, но где найти слова и силы, чтобы поверила она? Женщина, которая глядит с тревогой и мольбой. Это женщина, которая подобна чуду. Это женщина, которую я помнить буду. Это женщина, которой никогда не стать моей. Ну что ж, всем женщинам ко дню 8 марта посвящается. Здорово, музыкальный спасибо, подарок спасибо, от наших гостей. Дорогой. Да, умилили. Прямо, да, наверное, прослезились, да, наши телезрительницы. Я лишь напомню, что это программа «Какие люди в Голливуде». И вы можете задавать вопросы нашим читателям, нашим телезрителям, нашим читателям, имеется в виду Facebook-страницы. И на телефон 310-968-5990 присылать ваши вопросы в виде текстовых сообщений. Ну и возвращаемся к нашим долгожданным гостям, к нашим голливудским звездам, светилам. Есть еще один повод упомянуть не только праздник 8 марта, но и подарок природы, который сделала она к 8 марта. Володя вчера отмечал свой день рождения. Да. Вчера с днем рождения. С днем рождения. Спасибо, девочки. Как раз накануне 8 марта, 7 числа, Бог дал вот такое вот счастье.
которая теперь поздравляет женщин и славит их в песнях, плясках народов мира. Да, поэтому я всегда в окружении милых дам. Я всегда любил быть среди них. Это моя стихия. Я люблю вас, женщины. И я, наверное, есть подарок вот для... К 8 марта. Да, для души, да. Конечно, ты молодец. Это уж правда. Доктор. А как Олежек поет, так это вообще молодец, конечно. И гитара, и... Олег, когда у тебя день рождения? У меня день рождения в июле. В июле 29 числа, и по этому поводу всегда устраивается у нас... Грандиозные. Да, я помню, каждый год мы приходим, и меня не хватает до конца вечера. Не такие гости. Знаете, это там хорошо, весело, свежий воздух. Татьяна из разряда нестойких гостей, потому что есть такой анекдот, что стойкие гости... Но нестойкие гости засыпают в салате, а стойкие гости засыпают в десерте. Наверное, это не шатит, поэтому никогда до конца праздника. У меня получилось, я заснула в машине просто. Найс. Ну, anyway, давайте перейдем опять. Вернемся? Да, вернемся. Действительно. Вы в этом году будете делать свой день рождения, Олег? Да, это ежегодный фестиваль дня рождения, который празднует несколько дней рождения и мой, и Валерия Гаина, и Ольги Чайка, и у нас собирается целый фестиваль, это уже будет 4-й фестиваль. Видео, фестиваль, которое было снято в прошлом году на Первом канале, то есть это приятно видеть и слышать. Здорово. Опять же, это понравилось женщинам, и благодаря вам, женщины, это оказалось там. То есть неисчерпаемая благодарность и к женщинам в целом, и в частности, всегда и во всем, в каждой песне, в каждом слове. Пожалуйста, будьте всегда такими же красивыми и внимательными. Будьте уверены. Мальчиками, конечно, можно быть. Конечно. Мы всегда рады встречать и музыкантов, и певцов, и исполнителей, и женщин в каждый последний четверг месяца на тусовке. Поэтому мы будем встречаться. А как же? Встречаемся, конечно. Ну, а в этом году планируете ли вы участие в Вест-Холливудовском фестивале? С удовольствием, конечно. С удовольствием. Мы надеемся, что нас туда пригласят, и будем рады видеть. То есть вы получаете такую телеграмму от Гиппопотама, что уважаемый Олег, приглашаем вас вот осветить своим присутствием, именно так все вдохновить наших гостей фестиваля и выступить на сцене. Примерно так. Да. Работать статуэтку Вест-Холливуда. Всегда приятно находиться на сцене со всеми участниками. Всегда какие-то гости приезжают из других городов, из России. И публика всегда праздничная, в хорошем настроении. Это всегда огромный прилив энергии, который зрители отдают, а мы отдаем им. То есть так это цепная реакция энергетическая. Круговорот энергии в природе. 100%. Абсолютно верно. Слушайте, ну а со статуэтками можно немножко поподробнее? Я вот стала сочинять, как вы их храните в сейфе, в музейном каком-то стекле, в холодильнике. Где вы коллекционируете статуэтки с русских фестивалей? Как входишь в квартиру, сразу же где комод, все расставлены, да. Ну надо же, это очень конечно. Приятно, очень приятно. Жалко, что сегодня ребята пришли. Да, мы ожидали вас с гитарами. Со статуэтками, с лопатами и с вилами. Ну, статуэтки можно прийти посмотреть, их, если с собой их привезти все. То... Ну, в следующий раз. В следующий раз, да, будем программу Сделаем. Снимать у вас дома. Возьмем все оборудование, возьмем режиссера и на фоне статуэток будем общаться уже на тему прошедшего фестиваля, например. С новыми песнями о женщинах. Олег, а какие у вас планы на будущее? Ну, поскольку альбом все-таки на русском языке и рассчитан на русскоговорящую публику, сейчас идут переговоры в Москве. А вот пока мы здесь находимся, уже идут переговоры, а много интереса по поводу этого альбома. Но также планируется поездка здесь по городам Америки, Сан-Франциско, Нью-Йорк, Бостон, где есть русская публика, тоже ведутся сейчас переговоры. Я надеюсь, что музыка найдет своего зрителя, судя по отзывам, которые сейчас... присылаются с Москва FM, много людей слушает там музыку, и отзывы достаточно положительные, и на мое удивление однозначные, что придает мне уверенности и силу, и взгляд
светлое будущее. Вот это мой, я бы сказал, на сегодняшний день основной план на ближайшее будущее. Теперь, насколько ваши планы совместные или есть какая-то часть из этих планов, которая вот у вас идет по разным векторам? Насколько я знаю, вот Володя у нас более технически грамотный. Технический гений. Все вот музыканты нашего города, все идут к тебе с какими-то проблемами. Если у них проблемы с музыкой, с компьютером, я знаю, что у тебя есть студия, что ты работаешь с музыкантами, молодыми, начинающими. Немножечко расскажи об этом. Правда, у меня есть своя студия, я продюсирую, ко мне приходит очень много желающих записать свои песни, записать песни спетые, ну, неважно, кто-то хочет где-то пробить, в конкурс попасть, они приходят, мы работаем с ними, ставим голос, ставим какие-то возможные варианты, чтобы это как-то пробить здесь на русском, на английском, сейчас не в этом суть, а в том качестве, которое можно предоставить здесь, в Соединенных Штатах, или чтобы потом поехать назад. У нас вот девочка приезжала, сейчас недавно записала пару песен, поехала туда и очень успешно. Браво. Сделано в Голливуде. Да, надо делать прямо такой знак качества. Да. Сделано в Голливуде. Интересные проекты, вот, и я очень доволен, что у Олежки сейчас это все так получается, и просто молодец, Олежка, дай тебе еще раз поздравлю, и, естественно, на гастролях я буду рядом с упорностью всегда. И... Я очень надеюсь, спасибо большое. Да. Да, я слышала вчера песню Олега, вы исполняли вдвоем. Про день рождения. Мое день рождения. День рождения, да? Мой день рождения, Олежка дал вам подарил мне эту песню, вот, написал ее с Валерой Гаина, она была исполнена от моего как бы лица Олегом. Очень, опять-таки, спасибо тебе, Олег, и всем понравилось, и песня, естественно, хорошая. Да. И, пожалуйста, послушайте на диске Валерии. Как только альбом, дорогие друзья, выйдет, мы будем обязательно делать анонсмент на это. И, конечно же, вы услышите новые песни, которые записывались в Голливуде друзьями нашими, которые живут и работают в Голливуде. Ну, а мы вместе с нашими людьми в Голливуде уже, к сожалению, прощаемся с вами. Но прощаемся ненадолго. На следующей неделе снова ждем вас на нашей программе «Какие люди в Голливуде» вместе с Татьяной Сарычевой и мной, Люси Алекс. Увидимся ровно через неделю на нашем голубом с Голливудсайном экране. Счастливо и звоните, пишите 310-968-5990. Пока. С 8 марта вас. С 8 марта. С праздником. С праздником. Спасибо. С праздником. Жизнь нас порой ведет никуда, унося день за днем без следа. Но если в сердце блеснет любви искра, ты скажи ей да, всего лишь раз и навсегда. И внезапно постучится, озаряя наши лица, к нам любовь во тьме сверкая ярче, да. Если веришь без границы, сердце любит и стучится, и горит в душе счастливая звезда. Если веришь в чудеса, распахнутся небеса, и любовь в тебе проснется, в чьем-то сердце отзовется. Если веришь в чудеса, улетаешь в небеса и несешься над планетой яркою кометой небеса. Эхо любви отзывается в нас много раз, каждый день, каждый час. И растворяя сияние красивых глаз, снова верю я, и целый мир поет для нас. И внезапно постучится, унося за облака, к нам любовь, что ярче пламени огня.
сумасшедший.